soothe your pain. Всем привет, это мы четвертые голодные игры. Я просто не успел заснять. Я, оказывается, не нажал. Сижу тут, как дурак, говорю сам собой. Ну ладно, поехали. Так, вон я видел какого-то чувака, я его хочу замесить. Просто замесить в мясо. Иди сюда, чувак. Я тебя убью. Иди сюда. Иди сюда, мое мясо. У меня три рыбки, мне попался железный меч. Я прям офигеть. И такой не записал. Блин, а. Чувак. Иди сюда. Ай, чувак, фиг с тобой. Я лучше пойду искать сундук. Я пойду искать сундук. Что тут? Что тут находится? Иди сюда. Иди сюда. А-а-а-а-а. Давай, 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 давай. Месим, месим. Ладно, это залаги. Потому что там был сундук, и он по-любому его забрал. Ладно. Ладно, ладно. Я ему там еще, не убегает от меня. Я им покажу. Буду заходить с деревянным мечом. Типа у меня ничего нету, такой невинный. Потом такой достаю, бац, у меня такой железный меч, и я так офигевает, умирает. Просто сразу выйдут с сервера, отдадут всем свои шмотки. Скажут, все, извини. Нам надо покушать. Надо покушать. Что за лаги? Все, мы поели, нам пока что это достаточно. Я такой с деревянным мечом, иди сюда. Чувак, это... это что было? Ты что делаешь? Это же читеры. Это вот эти злостные читеры. Если я правильно понимаю, мне... Ох. Мне попался еще один железный меч. Это что такое? Может, я смогу в этот раз выиграть или... Не знаю. Сейчас мы все посмотрим. Чуваки просто играют с читами. Меня это убивает. Зачем играть с читами? Вот какой смысл? По-любому это не админы. Потому что, я не знаю, ну, смысл админу так делать. Ну и смысл так-то читером это делать. Ну, блин, а, я не знаю. Так неинтересно играть, если честно. Так неинтересно. Может, вот эта бронь будет получше. Хотя она одинаковая. Похожу в железный. В золотой. Как бог такой. Давай, ну неужели я никого не найду? Воу. Воу-воу-воу, чё я нашел? Что я нашел? Можно будет захавать. Захаваем потом. Мне бы сейчас найти бронь, я бы тут всех зарешал, я бы просто так божил. И какую-нибудь
два алмаза каких-нибудь. И все, всем просто всем ГГ. Все пишут ГГ и выходят из игры. Я ничто не вижу, где еще сундуки? Карта еще не прогрузилась. Тут мне ничего нету. Потому что я-то один раз был. Всего один или два раза на этой карте играл. Ну-ну-ну. Сейчас посмотрим. Что тут еще есть? Что тут еще есть? Еще есть. Песок. Ой, земля. Земля на дереве. Вон, мне бы сейчас зажигалку. Я бы там всех поджег, как такой. Такой срыгнул. Нормально. О, я что-то вижу. Это дом. Ох, чувак. Иди сюда. Давай, давай, мы его зарешаем. Да! Да, что это? Мне просто сегодня прет. Просто сегодня мне прет. Так. Что нам еще? Коленки. Ну, штаны. У нас нет штанов, у нас нет штанов. Это еще один. О боже. Что это за везение? Я еще такого ни разу не видел. Ни разу. Может, тут что-нибудь еще есть? Сберемся на второй. Даже посмотрим. Убедимся, что тут ничего нету. Сколько осталось? У нас осталось 7 человек, 7. Мы еще всех заместим. Мне просто не хватает штанов. Были бы штаны, я бы тут всех зарешал. Такой. Шейк бы тут всех зарешал. Что? Ой. Чуть-чуть отвлечемся. Ладно, чуть-чуть отвлеклись. О, еще что-то. Давай. Не, карта прогрузилась. Карта все-таки прогрузилась, но я тут ничего не вижу, я не знаю. Разрешаем. Потом пойдем блинчиков похаем, но я пошутил. Шутка. Давай, ну. Где вы все сундуки мои? Деревянный меч. У меня деревянный меч. Осталось нас всего лишь 7 человек. Вот я бы увидел кого-нибудь, я бы разрешал. Просто разрешал. Кстати, сколько я уже играю, ни разу мне не попадался алмазный меч. Что-то может попадаться еще. Ладно, тут ничего нету. Тут нету ничего, надо возвращаться, искать что-нибудь там. А, я тут был. Я тут был в прошлый раз. Во второй или в первой серии я тут был. Только я не помню, где находятся сундуки. Почему не странно? Я не помню. Ух, разурчался что-то прямо. Давай,
тебя по ноже есть. Иди сюда, иди. Да! Да, я это сделал. Вдохни моей крови. Ладно, мне это не надо. У меня есть зажигалка. У меня есть поножи. Поножи. Давай. Давай. Срешаем тут. Ой, я тут был вроде, да? Да, я тут был. Ну и две зажигалки, какой опасный, а? Какой опасный. Давай. Так. Седьмая арена освободилась, но нам это пока ж не надо. Нам надо выиграть тут. Давай. Ну. А, вот они все сундуки. Курочка. Привет, курочка. А, нет, еще не заспаунились. Спаун? Чуваки уже пишут спаун? Нет, не спаун еще. Еще чувак не спаун. Ну, на спауне я всех зарешаю. Такой, хоп, такую зажигалку достаю, хоп, так. Воу-воу-воу-воу. Не надо, уйди, иди. Не надо. Не люблю этих монстров. Не люблю. О, скелетон, иди отсюда. Не пошел бы ты куда подальше. Да, все пошли туда, я помню. Как я помню, все пошли туда. Давай. Зарешаем. Сейчас. Все тут зарешаем. Наверх поднимемся и зарешаем. Давай. Ну. Давай. Я хочу всех зарешать. Лаба такая чистая вода, не знаю. У меня в городе. В этом Майнкрафте я бы в ней купался, не знаю сколько. Или ловил рыбу, я не знаю. Воу, потише, парни. Главное, чтобы кого-нибудь, кого я сейчас встречу, не оказался алмазный меч. Алмазный меч — это очень опасно для меня. У меня просто с алмазным мечом разрешает. Ну, если у него будет одно сердечко, то разрешаю его я. Давай, пошли. Не знаю, конечно, как посмотреть, сколько тут еще человек. Но молнии вроде не было. Блин, и смысл, что я поднимался наверх? Ага. Я никого не вижу. Воу-воу-воу. Тут. Вот это высоко. Нам надо спуститься вниз самым-самым аккуратным способом. Бонзай!
Бам! Погнали. Срыгивает еще прямо. Давай. Давай, когда будет спаун? Надо побежать уже на спаун. Тем? Ясно. Ясно, тут надо зарешать. Воу-воу-воу, ослик-паукан, не трогай меня. Да-да-да-да-да. Иди сюда, иди. Да! Нет, я проиграл, он заспомнился и... Там заспомнились сундуки. И он все собрал. Блин, а. Ну ладно. С вами был Хэндшейк. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Смотрите мои онлайн стримы. Каждый вечер. Каждый прям вечер. И всем удачи. Пока.